Девочки, мальчики, привет. Алена на кухне. Почему Алена на кухне? Потому что я всегда делаю эфиры с кухней. Потому что всегда у меня есть время только на кухне. Всем огромное спасибо за поздравления. Сережа очень рад, Сережа спит. Приезжал брат, поздравлял его с днем рождения. И попробовали тортик вчерашний, который я делала. Очень ему зашло. А там же у меня крем еще остался. И я вот обмотала пальцы сегодня этот. Постель меняла, как не лупанула. И это, думала, все ногти подрываю. Крем остался. Я думаю, сейчас сделаю блинчики, перемажу их, и нормальненько будет. Кто молодец? Алена молодец. Угу. Тоже подарил со стопками. Любимый Сережин напиток. Вон этот-то еще не допил, еще есть. Так, сейчас сделаю, а потом схожу на работу. У меня шеф-то в Египет уехал. И этот, и, наверное, схожу пораньше. Вчера прихожу, он дома, я говорю, не поняла, а чего вы еще все дома? Не-не, сейчас уезжаем. Сейчас уезжаем. Я говорю, может, я с вами? Чего сильно хочешь? Я говорю, еще бы солнышко посмотреть. Он мне говорит, по телевизору посмотришь. Я говорю, спасибо, великодушно. Вы так добры. Девочки, моя новая сковорода, которую я купила, очень даже замечательная. Так, я, знаете, что добавлю? Что-то надо с газами. Минералку делать не хочу. У меня есть, знаете, что? Спрайт. Спрайт я добавлю в тесто, и будут дырочки. И все. Я обычно минералку, если вдруг чего. Все ляпы. Так, у меня фарш тут размораживается. Потом еще забегу к турку, куплю еще пару тортиков. Или пирог. Или посмотрю чего. И кто придет, тот придет на чай. Так что, такие вот пирожки, в смысле блинчики. Ой, дел, я уже говорила, мы справлять ничего не будем, потому что у нас, я вообще уже давно ничего не справляю, наши дни рождения, не считая нужным вот этот дни рождения справлять, лучше поехать куда-то отдохнуть. Поэтому для меня это вообще не столь важно. Ну и Сережа тоже. И Сережа тоже. Четко сковорода. Раз. Упс. Вот так. Ой, вы ж не видели, я ж внизу делала. Ну, короче, нормально все у меня получается на новой сковороде. Так что. Сейчас я быстренько. Девочки, у нас солнышко. Погода улыбается сегодня. Это потому, что у ежика Сережика день рождения. Поэтому. Я вчера иду здесь. И мужик идет и на всю улицу орет. Песню, короче, поет. Похую, кому дала, где легла. Вернее, где легла, кому дала. И на всю улицу раз. Потом со мной сравнялся такой, говорит, извините меня, пожалуйста. Я человек хороший, просто у меня настроение хуёвое. Я такая заглянула на него, думаю, тяжело. Смотрите, вон там, вон белая магнолия. Распустилась.
Я думаю, видать, баба, сука, ему досталась. Раз идет такую песню, поет. Красивая магнолия. Райончик. Ой, короче говоря, одна особа сказала, что типа я, да, и вообще вся моя семья никто. А их знает весь наш город. Я решила это выяснить. Действительно, эту особу знает весь город. Только мужская часть населения. Я столько интересного узнала, думаю, и зачем вот такие люди с такой биографией, сколько мусора, начинают кавкать. Я не понимаю. А как коснулась, как Алена начала копать, столько накопала. Мама дорогая, лучше б ты и сидела б. Подарки принимает. Приехал мой брат, подарил подарок ему. Телефончик. Теперь Сережа будет тоже заниматься этим, как его, видеообзорами. Привет! У нас сегодня погода хорошая. Иду домой. Ой, вчера этот свои приходили, посидели. Со стола все брала, посуду перемыла. Сережа, я уходила на работу, в спячке был. Не знаю, что там, встал, не встал. Тортик, что я делала, несмотря на то, что он такой на внешний вид неприглядный был. Весь ушел, хочу я вам сказать. Весь ушел. Съели. Вкусно было. Делать было вкусно. Сейчас, правда, не знаю, что готовить. Там курочку достала, но еще она не оттаяла. Не знаю, с этой едой. И холодильник уже пустоват. Опять надо ехать в магазин. Каждый раз одно и то же. Содержим своего тела. Оно постоянно что-то требует от нас, какой-то пищи. Ой, дамы и господа, катастрофически не хватает времени. Мне не хватает времени все сделать. То туда, то сюда, то кто-то придет, то кто-то звонит. Просто я в шоке, я ничего не успеваю. Спину замкнула, окна мыла, видать, продула. Думаю, лето. А оно не лето, оказывается. Сегодня 20 марта. Дамы и господа, на урыскуте болсын, братья мусульмане. Поздравляю вас, земляков своих поздравляю с праздником. Все, сирень тоже листочки выпускает. Видите? А соседка говорит, ты заказывала тепло? Я говорю, ну да, сегодня тепло. А ты в такой толстой куртке. Я говорю, ты с меня ее не снимешь. Я говорю, если я сейчас переодену куртку, тепло сразу уйдет. Поэтому, говорю, даже не намекай. Не делай мне такие намеки. Одуванчики уже. Говорю, не снимешь ты с меня. Пока, блин, июнь не придет. Птички поют, белки бегают. Просыпается понемножку природа. Все, пришла. Пришла и что-то вставать не хочу. А надо вставать, надо что-то кушать, готовить. Заставила Сережу курочку осмолить. Сережа, он ближе к обеду проснулся. Встало солнышко ближе к обеду. Чего, день рождения был? Так парадоксально, у меня день рождения Сережа отмечает. У него день рождения Сережа отмечает. Че такое? Не знаю. Ну вот, короче, в магазин еще надо ехать. А что-то мне вообще никак. Никак не хочется поднимать свою пятую точку. Спина что-то замкнула.
Не знаю, вообще в голову не лезет, что варить. Сережа, вари ты. Кушать. Вы же кушаете. Мне даже себе ничего не хочется делать, если честно. Мне там оставалась каша, я ее доела, ну, с творогом, естественно. Вообще ничего не охота. Не хочуха я, ленивая. В смысле ленивая, блин, херачу, как папа Карло. А у Сережи выходной, что характерно. Ну, в магазин надо, наверное. Какой сегодня число? А какой сегодня? А, 21-го. Господи, тормозю, не бибипкой, честное слово. Вот шла, говорила, какое, я тут уже опять забыла. Пасха скоро. Пасха скоро. Хоть на пару дней выехать отдохнуть. Хоть на пару денечков. На природу. С деревьями пообниматься. Шеф вон в Египте отдыхает. Шафини, поехали. Что-то она поехала, а у нее там на предприятии все позаболели. Что-то смотрю, людей нету. Неужели все заболели, и она уехала? А она уезжала, говорит, хоть бы никто не заболел. Бывает. Этот, кошка из дома, мышки в пляс. Называется. Только планов еще было. Планов столько было. Спину перекосило. И все планы отошли сами по себе. Вообще. Ой, девочки, сколько этот клоунов-то вокруг вот так встречается. Вот вообще. По жизни. Какой-то дурдом. Один смешнее другого. Офигеть. Я даже не знаю, что там в мире-то сегодня. Я ни вчера, ни сегодня не заходила. Что там пишут? Хоть. Хоть что пишут, то хоть глянуть одним. А, наш автобан до сих пор ремонтируют. Самый большой аэропорт в мире. 185 миллионов пассажиров. Где это? Сейчас зайду, начнут рекламу лезть. Что я ей сказала? Так, самолет какой-то с дефектом прилетел куда-то. Опять штрафы какие-то. ПДД новый. Какой-то новый этот. Маркхали у нас в Брамургафане. Хотят открыть, чтобы продавали что-то. Опять какие-то новые... Проекты строительства. Полицай разыскивает двух особ. Молодых лица закрыли. Сейчас зайду почитать, я в рекламу начну лезть. Бесит прям. Так. Лонштуер надо делать. Этот, апштуер надо делать. Вон, что-то все через. Хотя сейчас эти водительские права новые делать. Какие-то опять все электронные. Вот это вот все, знаете. Ну, у меня какие есть, такие уже и будут. Если я сама не захочу этот поменять. Но здесь, если вот ты уже пенсионер и уже чувствуешь, что ты ездить не можешь, значит, ты сдаешь свои водительские права,
у тебя их забирают и дают на пожизненно проездной. Все, взамен. Вон в Реве зазывают этот сыр какой-то. Фу, там что-то нашли опять в этом сыре. Че, пишут, что май холодные будут. Комплекты выбирают с контакт. Кто хочет отказаться от российского гражданства? Вон этот какая-то организация все делает сама. Видать, только денежки платишь. Ну, меняешь паспорт российский на немецкий. Документы отдаешь, и они все сами делают. Ничего такого прям какой-то хорошей, распрекрасной новости нету. Наш город с высоты птичьего полета. Вот так выглядит. Ну, это центр. Кто-то опять там с Люфтханзой, блин. Уже боишься куда-то летать через Люфтханзу. Они раз в месяц стабильно забастовки делают. У них спросили, а вам людей не жалко? Вот этих, которые рейсы отменили. Он говорит, очень жалко. Но нам жальче. Поэтому и их понять можно. И, блин, честное слово. Платьишки какие-то. Ничего, короче, нет в новостях. Сережа сегодня молчит как никогда. Сережа, что такое? Ты себя плохо чувствуешь? Что-то ты молчишь как никогда. Девочки тебя поздравляли, хоть спасибо скажи. Спасибо. У него сегодня состояние, не состояние. Это, что-то он вчера так даванул с алкоголем-то. Расслабился так. Ну, я не дурочка, его сразу положила в соседнюю комнату. Потому что мне-то на работу, а он-то как начнет храпеть. Да, Зая? Поэтому он сегодня был изолирован. Изолировала я его. Потому что я бы не выспалась. А толкать его смысла нету. Его все время толкаю, толкаю, а он никак не может трактор заглушить. Да, Сережа? Чё ты там курицу, что ли, разделываешь? Ну почему бы тебе его самому не сварить, этот супчик? Я ничего не хочу делать. Я вчера вон пришла с работы с двух. И бегом, и на кухне, и тоси-боси, блин, до 10 часов вечера. Может, сам как-то? Постарайся уж, как тебе ж его есть-то, супчик. Тебя выходной, может, как-то сам. Я тебе буду подсказывать. А знаете, как он сам варит? Алена, иди посоли. Алена, посмотри, мясо сварилось. Алена, посмотри, картошка сварилась. Вот так он сам умеет варить. Да, Сережа? Ой, мне что-то ничего не хочется. Сколько? Время 3. А мне уже не хочется. Да просто спина что-то замкнула, или меня продуло, или я что-то подняла не то. Не знаю. Так что вот такие дела. Надо что-то делать, вставать. Вставать, что-то делать. И стирку перестирала. Чего это стукает? И ехать в магазин все-таки. Все-таки надо ехать. Вообще-то
Сереж, а мы когда уезжаем? На следующей неделе? Да. Не эти выходные, а следующие. Следующие. 29-го. Ага. Еще там будет туда закупиться немного. Там же начинаются праздничные дни. Там магазин будет закрыт. Карфрай так будет закрыт магазин. Потом в понедельник будет закрыт магазин. Там только суббота, воскресенье тоже закрыты. Надо запастись запасами. Ой, ладно, девочки. Всем хорошего дня. Всем пока. Всего доброго.